На дорогах Кубани из-за жары выше 32 градусов ограничили движение большегрузов в дневное время. Ограничение будет действовать с 10 утра до 22:00 на участках автомобильных дорог М4 Дон на подъезде к Краснодару, трасс А-146 Краснодар-Верхнебаканский, Р-217 Кавказ, А-290 Новороссийск-Керчь, подъездной магистрали к Майкопу. Запрещен проезд по трассе А-147 Джубга-Сочи до границы с Республикой Абхазия и по дороге от Адлера к горнолыжным курортам Красной Поляны, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.